Измаиле 23-летний парень пытался совратить двух девушек. Сначала на улице женщина увидела, как мужчина удерживал девочку и пытался ее раздеть. Заметив женщину, злоумышленник скрылся. Она успела передать его приметы полиции, которая его быстро разыскала. Уже потом выяснилось, что местный парень приставал и к 12-летней дочери этой женщины. Но девочка успела забежать во двор и рассказала об инциденте маме. Именно она увидела вторую жертву мужчины. За считанные минуты полицейские задержали его на другой улице. Я начал к ней приставать, начал ее пытаться, пытаться с ней работать и снимать с нее одежду, пытаться снимать с нее юбку и пытаться снять с себя штаны, чтобы она... Но в итоге она начала сопротивляться и позвала на помощь. Как стало известно, это не первое преступление мужчины. Сейчас местный суд рассматривает обвинительный акт за убийство по неосторожности. З'ясувалося, що місцевий молодик намагався скоїти противоправні розпусні дії відносно 12-річної дівчини. Наразі дії зловмисника кваліфіковані за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років.